Давайте чуть-чуть вниз. Здравствуйте. Ситуация шокирует. Мы имеем дело с ситуацией, которая требует, буквально-таки настаивает. И говорит, нам нужны также обязательно и непоколебимо дополнительные научные мощности. Обязательно. Но если мы копнем чуть-чуть глубже, ответственно, приготовьтесь, совершаем скачок, очень внимательно посмотрим на график, на стрелку, которая указывает вправо и вверх, безусловно, увидим то самое зерно, ту самую проекцию, роста. Мы так долго к этому шли. А как вы хотели, чтобы без нее? Я имею адреналин от происходящей ситуации, она меня захватывает. Но давайте все-таки давайте будем оставаться компетентны в вопросе решения данной проблематики.